19 июня в режиме онлайн-конференции состоялось совещание ректоров российских вузов с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. В нем принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Во время совещания Валерий Фальков обсудил с представителями высших учебных заведений новую программу повышения конкурентоспособности вузов. При отборе отборных университетов программу по существу надо представить программу развития и достойно ее защитить и показать вот, потенциал, заделы и качество партнерства. Да? А в этом случае абсолютно даже на входе не учитывается и не будут приниматься во внимание, в том числе и позиции в международных рейтингах. Но международные рейтинги или представленность в международных рейтингах, она сидит внутри ключевых показателей результативности. Предлагается опорные университеты также оценивать. В рамках онлайн-конференции обсуждались ключевые показатели результативности, структура программы и критерии отбора в программу стратегического академического лидерства. Валерий Фальков отметил, что ресурсная поддержка и статус для национальных исследовательских и опорных университетов будут иметь одинаковый характер. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Фарид Захитоглы, Универньюз.